Вы понимаете, что 6 этапов серии Гран-при – это только, можно сказать, заход на новую систему судейства. Сколько лет та система судейства? И было 100 с лишним лет, когда ее отменили вот эти вот 6-0, 5-9, 5-8. И сейчас совсем новая кардинальная новая система, которая пытается въехать в эту семью фигурного катания. И вот пока такие разные результаты. Может быть, действительно, это зависит от того, как катаются сейчас Бельман и Агост здесь во Франции, и от того, как они катались у себя в Америке, а может быть и по какой-то другой причине. Ну а в первой разминке у нас пары, которые заняли места с 9 по 11, и первая из них Натали Пешалан и Фабьен Дурса, французы. Наставницы теперь знаменитые, которые тренировали и Анисимис Пейзера, и все-все французские пары последних лет. В этом году, кто не помнит, напоминаю, оригинальный танец на всех турнирах, всех уровней, это так называемое свинг-комбо. В этой свинг-комбинации есть несколько ритмов, несколько танцев, которые можно использовать. Это свинг, джайв, буги-вуги, джиттербаг, рок-н-ролл и, если хочется, блюз. Это чтобы было что-нибудь медленное, без твист и без диско. Свинг, джайв, буги-вуги, джиттербаг, да и рок-н-ролл тоже. Это очень схожие танцы, очень схожие по ритму, по стилю. Но все-таки, если вы хотите отличить один от другого, это, конечно же, прежде всего одно с тем, кто действительно разбирается в этих танцах, то вы должны смотреть на стиль танца, на то, какие делаются шаги, на то, какие делаются движения. Шаги не так важны, естественно, но они совсем другие, такие, как на полу. Судейский компьютер на ваших экранах – это новая система. Изображение спортсмена, элемента на экране и возможность поставить оценку прямо, ну, пальцем вот
кнопку, которая нарисована на экране. Совершенно новая система. Она пробуется, она работает. Кстати, какая еще смешная вещь? Я бы мог понять, если бы Шанит Бельбан и Бенджамин Агостос, американские фигуристы, которые здесь занимают после обязательного танца четвертое место, а на Skate America занимали сначала второе, а потом и вовсе выиграли. Я бы мог понять, если бы разные танцы. Но именно в австрийском вальсе обязательных танцев австрийском Бельман и Агосто были так сильны на американском этапе и вдруг так провалились на этапе французском. В общем, будем смотреть. У нас французские телевизионщики предлагают нам полную картину по оценкам, которые выставляются за оригинальный и затем.